Сегодня в Новосибирске торжественно открыли фестиваль «Сибирская книга». Это кульминация года литературы в нашем регионе. Главная площадка форума – научно-техническая библиотека. Вход свободный. Все желающие могут осмотреть стенды сибирских издательств, принять участие в мастер-классах и московских, и новосибирских писателей, а также посетить презентации книжных магазинов. Актеры прочтут произведения местных писателей. Также можно будет обменяться книгами во время акции «Книговорот». Задача фестиваля – пропаганда чтения, независимо от того, где написаны буквы. На бумажном листе или на экране планшета.